А? Слушайте, ребят, ну, нам мне пора ехать уже. Да. Как вы считаете, должны ли понести ответственность за трагедию московские власти, которые призывают людей пересаживаться в села? Ответственность всегда персонифицированная. Вот есть классический хороший пример из уголовного права. Это называется трагедия на охоте. Когда два стрелка стреляют в кусты, полагая, что там дичь, и случайно убивают человека. Поскольку экспертиза не могла установить, кто именно, оба освобождаются от ответственности. Всегда только персонифицированная ответственность должна быть. Если вот конкретно будет доказано, что конкретный человек такой-то, такой-то, по их вине произошла эта катастрофа, а это ужасная катастрофа, я хочу еще раз выразить соболезнования семьям погибших и слова солидарности сказать с пострадавшими. Мы сделаем все для того, чтобы помочь им, но следственные органы должны будут изобличить виновных, я уже вчера с Бастрыкин на этот счет говорил, и привлечь к ответственности этих виновных, но именно конкретных людей, тех, кто виноват. А здесь нельзя никаких делать ни огульных заявлений, ни таких, вы знаете, действий на публику. Здесь должна быть профессиональная работа и выводы, конечно, соответствующих структур, которые отвечают за эту работу, имея в виду организацию ее и контроль.